Активист Одинцовского волонтерского центра «Единая Россия» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции ежедневно контролирует соблюдение требований санитарной безопасности. Инспекции народного контроля проходят в магазинах, домах культуры, спортивно-досуговых центрах и на транспорте. В Назарьевском волонтеры проверили местный филиал Одинцовской теплосети, а в деревне Матвейково побывали в двух розничных магазинах.